Здравствуйте, с вами Сергей Кизоркин, и значит вы смотрите самарские новости спорта. Хоккеисты ЦСКА ВВС поборются за кубок губернатора Тамбовской области. Чемпионат страны по легкой атлетике выиграли ветераны спорта. Тольяттинские фигуристы в тройке призеров юниорского гран-при. В Риге завершились соревнования танцевальных пар на юниорском гран-при по фигурному катанию. Самару представляли Софья Евдокимова и Егор Базин. После короткой программы тольяттинский дуэт оказался четвертым. Произволка помогла фигуристам завоевать бронзовые медали. Чемпионы – россияне Бетина Попова и Юрий Власенко. Серебро у французов Анжелики Абачкиной и Луи Торн. Очередное успешное выступление сборной Самарской области на чемпионате России по легкой атлетике. Ветераны в Челябинске завоевали 44 медали, 21 золотую, 8 серебряных и 5 бронзовых наград. В беге на средней и длинной дистанции, в беге с барьерами, в прыжках в длину и высоту и в толкании ядра. В командном зачете Самарская область стала 8-й, такое же место у Тольятти среди городов. Самарские военные летчики отправились в Тамбов разыграть Кубок губернатора. В турнире за трофей поборются команды высшей хоккейной лиги. Кроме ЦСКА ВВС, это еще Саранская Мордовия, Смоленский Славутич и Тамбов. Чемпион определится за 3 дня. Болельщики, которые не смогут посмотреть хоккей с трибун, увидят все матчи первенства на официальном сайте тамбовчан. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой.